Всем здравствуйте! Хочу показать, что я делаю с чесноком для того, чтобы он легко чистился. Нам потребуется головка чеснока и немного воды. Чеснок очищаем, делим его на дольки. Подготовленные таким образом дольки опускаем в воду и выдерживаем в воде минут 5-10. Через 5 минут чеснок я достаю из воды. Промакиваю лишнюю влагу и отправляю чеснок в контейнер, в котором я его потом храню в холодильнике. Подготовленный таким образом чеснок очень легко чистится. Вот у меня здесь лежат дольки, которые уже дня 2-3 замоченные как. Вот он очень легко очищается. Я надеюсь, это видео будет кому-нибудь полезным. Пока-пока!